Практически каждое поселение Кубани расположено поблизости от какого-нибудь водоема. Люди издавна селились на берегах рек и озер, потому что вода необходима для жизни. Сейчас прибрежная территория – излюбленное место отдыха граждан. К сожалению, некоторые оставляют мусор после своих пикников. Все это может попасть в воду, да и в любом случае загрязняет окружающую среду. В Краснодарском крае регулярно проводится акция «Чистые берега, чистая вода». Армавир является активным ее участником. Через город Армавир протекают две больших реки, это Кубань и Уруб, которые, конечно же, тоже попадают в эту акцию. И сегодня молодежь города Армавира, представители различных организаций общественных, молодежных, вышли за тем, чтобы убрать территорию, прибрежную территорию около рек, тем самым поддержать экологию Краснодарского края. Эдуарду Меликову 16 лет, он учится в 7-й школе. У юноши активная жизненная позиция. Он очень любит природу и является волонтером уже 6 лет. Эдуард регулярно принимает участие в экологических акциях. Вместе с единомышленниками он убирал мусор не только в Армавире, но и в Сочи, Краснодаре. Юноша осуждает тех, кто оставляет отходы на берегах рек, и готов исправить чужие ошибки. Мы должны и обязаны защищать природу, мы должны заботиться об нашей окружающей среде, так как это наш дом, это наша природа, за которой мы должны заботиться. Ведь кто, если не мы? На самом деле, активисты, на то и активисты, чтобы проявлять какие-либо инициативы для охраны природы. На уборку берега Кубани в районе Старой Станицы пришло 50 студентов и старшеклассников. Мусора оказалось много, огромные мешки быстро наполнялись. Опыт у волонтеров есть. Они регулярно проводят трудовые десанты по уборке территории лесов и берегов водоемов. Организаторы таких акций считают, что в результате и природные массивы станут чище, и граждане научатся сознательности. Подать пример старшим, подать пример своим ровесникам, своим товарищам о том, что, во-первых, не нужно, конечно, загрязнять берега, нам нужна чистая вода, чистая экология. Ну и, конечно же, самое главное – призвать людей к тому, чтобы они убирали за собой после того, как отдыхают на берегах и уходят, покидают место отдыха. Уборка берега Кубани в районе Старой Станицы – только первый этап акции. Далее волонтеры планируют пройтись по всем сельским округам. Они очистят от мусора берега рек в Красной Поляне и поселке Заветном. Влада Волошина, Евгений Холманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».